Здесь кто-нибудь есть из мира духов? Зачем ты? Я забрал их. Зачем ты их забрал? Всем привет! Сейчас я нахожусь в заброшенном доме. Примерно полтора года назад мы здесь были. Есть видео на канале Нерв, можете посмотреть. Здесь проводили сеанс ЭГФ. Также в подвале нашли урну с прахом. Та сущность, которая общалась с нами по ЭГФ, она представилась демоном. И то, что она поселилась в этом доме, забрала души жителей этого дома. Я приехал выяснить окончательно, что здесь на самом деле. Демон или здесь просто полтергейст, либо здесь души хозяев этого дома. Сегодня я проведу сеанс ЭГФ и попытаюсь выяснить, что же здесь произошло на самом деле. Спустя полтора года дом находится еще более в плачевном состоянии. Здесь поломаны все балки, вот-вот рухнет крыша, проломлен пол. В подвал, к сожалению, мне не залезть, потому что он завален и там провал. Если только с улицы, но с улицы не факт, то, что я туда попаду, потому что, помню, в подвале там была земля, как раз напротив двери. Поэтому, друзья, сейчас дождусь темноты и буду приступать к сеансу ЭГФ. Но перед этим вкратце я покажу вам весь этот дом, вернее, то, что от него осталось. Итак, друзья, сейчас я нахожусь во второй комнате. Вот этот дом. Я здесь поставил уже штативы, свет. Здесь буду проводить сеанс ЭГФ. А пока что я покажу вам вкратце этот дом. Здесь, конечно, очень опасно ходить. В тот раз, я помню, у нас с крыши, с чердака, вернее, упал комод. Тот. Сейчас здесь пойду аккуратно. Оп. Вот. Здесь висит шифер. Не знаю, видно. Полы провалены. Сейчас покажу здесь. Вот эта перемычка. Не знаю, в подвал, наверное, мне не получится пробраться, потому что здесь, во-первых, диван. И там, я помню, еще полтора года назад, там уже было опасно находиться. Поэтому я думаю, что не получится. Так вот, такой вот дом. В принципе, можно попробовать и сейчас провести сеанс ЭГФ, потому что у нас в тот раз он отвечал днем. Поэтому можно попробовать и сейчас.
Сейчас я пролезу через под этой штучкой, чтобы она не упала. Так. Ну все, наверное, друзья, буду приступать. Попробую к сеансу ЭГФ. Здесь кто-нибудь есть из мира духов? Здесь кто-нибудь есть из мира духов? Здесь кто-нибудь есть из мира духов? Походу, друзья, пока светло, никто не выходит со мной на связь. Ну, либо второй вариант, его здесь уже нет. Нету вот этой уже сущности. Ну, попробую дождаться темноты и попробую снова провести сеанс ЭГФ. Снова включил ЭГФ. И сейчас будто бы что-то ходило по чердаку. Сейчас я залезу туда, посмотрю быстро. Будто бы шаги. Ты кто? Я демон. Что ты здесь делаешь? Ты забрал, кто жил здесь? Хозяев этого дома? Зачем ты их забрал? Я заберу тебя. Куда ты меня заберешь? Почему ты отсюда не уйдешь?
Это не твой дом. Как ты здесь оказался? Как ты оказался в этом доме? Кто ты есть? Человек. Я человек, а ты кто? Ты не человек. А кто я? Же, как мы. Это какой? Вы кто? Если ты демон, назови свое имя. Если ты демон, назови свое имя. Я никуда не буду переходить. Это жалкий мир. Зачем мне к вам переходить? Ты еще здесь? Ты еще здесь? Никто мне так и не отвечает. Но в доме слышал шум в той комнате. Не знаю, может, просто что-то падает. Сейчас попробую взять камеру и походить по дому. Вот, друзья, не знаю, вам слышно или нет. Вот этот стук. Вот оттуда я упал. Там сломалась доска. Здесь как бы вообще реально ходить опасно.
Не знаю, что здесь может произойти. Немножечко провалился. Доски попадали. Сейчас вылезу. В общем, по ЕГФ пока что больше никто не отвечает. Посижу здесь еще немного. Итак, друзья, попробую сейчас залезть в подвал. Вот он. Не знаю, навряд ли получится что-то. Либо попробовать залезть внутри. Сейчас попробуем тогда залезть внутри. Если получится. Нет. Вот это перегородка, конечно, пугает. Да, возможно, смотри. И получится. Здесь явно опасно. Так, я в подвале. Да, если тут, конечно, меня завалит посмертно. Так, урну мы нашли в той части подвала. Можно туда слазить. И скол, конечно, но... дальше. Главное, чтобы вот это не рухнуло.
там все ерунда.